Завершился рабочий визит губернатора Виктора Томенко в Камень-на-Оби. Глава региона провел личный прием граждан, посетил Каменскую центральную районную больницу, ознакомился с планом реконструкции набережной и состоянием дорог в городе. Коротко об итогах визита в материале Глеба Полянского. Это был длинный и продуктивный день. Окончательно было озвучено решение о необходимости передачи в краевую собственность из муниципальной нескольких участков транзитных дорог общей протяженностью около 11 километров. По ним по Камню на Оби следует транзитный транспорт в Новосибирскую область. Высокий износ этих дорог не позволяет их содержать в хорошем состоянии средствами муниципального бюджета. Отличным решением стала бы передача в краевую собственность. На их реконструкцию планируется направить около 300 миллионов рублей в течение 3 лет. В целом Виктор Томенко положительно оценил результаты работы правительственной комиссии в Камне на Оби и предположил, что в будущем подобный формат может стать регулярным, когда губернатор и профильные министры выезжают в какую-либо территорию Алтайского края, чтобы комплексно заняться решением накопившихся проблем.